высотонная фигня плавает. Это, конечно, жесть. Народ просыпается, время 7:30. Вот, пью кофеек. Ну что, четвертый день мы здесь уже на мысе Врангеля. Погода нам не дает отсюда никуда выходить далеко. Сейчас вроде бы море становится поспокойнее. И по прогнозам тоже вчера наши гиды сказали, сегодня будет передвигаться через базу Ангачан. Там нам нужно взять провиант. И пойдем на остров Большой Шантар. Вчера вечером очень круто в маленькой резиновой лодке поплавал. Киты были метров 15-20 от меня. Успел я похвастаться, как я вчера на лодочке хорошо походил, китов поснимал. Как мы увидели, что лодка, на которой я плавал вчера, вот черная лодка, и плавает в море, я ее плохо привязал. И плюс затащил слабо, ночью был прилив, лодку где-то здесь оставил, воды не было. Вот, а сейчас вода до сюда дошла. И вот Радику нашему... Нашему гиду пришлось ездить за лодкой. Радик, прости, должен буду. Хорошо, что хоть далеко не уплыла, да? А? За мыс все, я там не разбил. Уже стал кончаться хлеб. Парни, повара вот жарят, вот пекут хлеб сами. Вот как это делается. Сейчас немножко он потечется. Минут 10, наверное. Я его переверну на 5 минут. Вот так вот мы хлеб сами печем. Как мы на обитаемом острове. Лосей ловим, рыбу ловим. Красная рыба, икра, лось, хлеб. Парни сами пекут. Красиво жить не запретишь. А тут у нас умывальник и посудомойка одновременно в этой речке. Кусочек шкуры кита. Ну он серый, да, этот кусок. Оля, попробовать можно будет потрогать? Потрогать. Нет, лучше не надо. Понимаете, он уже не имеет надо. Ну, не как надо. Бы, да, не имеет вот смысла не надо, трогать, потому да. Что она заспиртована, она жестче, вы не узнаете структуру ее. А, то есть так она мягкая, да? Да, заспиртованная, она сейчас она задублена. То есть вот она встретилась спирт. В этом виде, да? Так вот все замуровываются перед дальним переходом. Носок, ты почему без носка? А? Ты же с носком должен быть. Добрались до базы Ангачан, тяжело шли, волна была высокая, пообедали, сейчас собираемся на прогулку вокруг базы, на озеро, возможно туда вот на сопку, на смотровую площадку поднимемся. Все сушится, шли, промокли сильно. Вот эта тропа. Эта тропа и есть? Да. Ну, да, изначально медведи было. Туристы, короче, над медведями взяли вверх. Мишка какал. О, Мишка, да? Да коньяк тут еще столько навалит. Шантарские поганки. Дошли до озера Ангачан. Рыбачит у нас желающий. Девушки ягодки собирают. Бердана Сергея, нашего проводника.
Андрюха что-то пытается поймать. Шли пока вдоль моря, ветер был не такой сильный. Дальше зашли вглубь, дальше от берега. Даже не то, что у озера, а по лесу шли, и поднялся сильный ветер. Первая... Не трожь, она обожжется. Первая добыча. Сказали, что обожжется рыба, да? Куда обожжется? Ну, ложится получится, слизь снимет с нее. Неземной красоты. Все, бросай. Опять идем по воде, но теперь уже по озеру Ангачан. База наша там находится, мы вот так вдоль моря. Вот тот мыс и вот тот мыс. Мы в этой бухте находимся, вдоль моря прошли, обошли вот так вот. Там вот есть маленькая речушка, втекает в это озеро, там порыбачили. Теперь на лодке идем по озеру Ангачан. Бухта Ангачан, база наша называется Ангачан. Какая красота! Орлан сидит. Здоровый вообще. Наверное, полметра. Позировал, все как-то. Идем на базу. Прогулка наша закончилась по озеру. Здесь такая взлетная полоса. Вот так вот идем по горе. Поднимаемся на мыс, на смотровую площадку. Открывается вот такой вид. Просто бомба. Взлетно-посадочная полоса. Наша база. Бухта. Идем еще выше. Я думаю, там еще красивее будет. Это вот Малый Шантар, это Беличи. И вот такая красота. Чем вам плохо Охотское море? Не знаю, мне нравится. Надо мной все смеются, что я на всякие Охотские, да на Берингово моря езжу. Мне тоже такая нравится. Ну, я же живу в Москве, там же, знаешь, каждый второй на работе. Ты что? На Кавказ поехал? Ты что, там убивают? Ты что, на Камчатку поехал? Там же холодно. И это постоянно. Вот ради этого сюда люди едут. Ради такого, такой природы. Такого духа свободы, таких просторов. А еще когда мы позавчера наблюдали, как киты, касатки плавают. Это вообще сказка. А когда солнце выглядывает, это просто взрыв мозга. Ну что сказать про этих истуканов, я не такой уж специалист в вулканической породе, но, блин, 100% это вулканического происхождения, особенно вот это вот подножье лава, на которой я стою. Перебазировались тоже, это Большой Шантар. Иду к метеостанции. Такая метеостанция, Шантарские острова. Вот это единственные люди, которые здесь живут на Шантарских островах, а именно на острове Большой Шантар. Все у них так аккуратненько, ладненько здесь.
покрашена, тракторок, травка подстрижена, банька, скелет нерпы, минералы, которые здесь, и кирпичи, китобойный завод здесь рядом, тут кирпичи, остатки от этого завода. Шантарский тротуарчик. Тут никакой собянинской плитки нету. Здесь суровые шантарские мужчины постелили из плахи такую вот дорожку. И каждые несколько часов ходят по ней и снимают данные, чтобы летали самолеты, ходили пароходы. Вот какие-то лупы у них. Какие-то вот такие приборы, сякие приборы. Питанием обеспечивается заезд-выезд за счет организации, но без оплаты. А сколько они у вас времени находятся здесь? 2 месяца. А сюда любой может приехать, волонтер? Ну, если мы друг друга поймем, то любой. Главное, психологическая совместимость. Вот я своей жене всегда говорю, надоешь ты мне, уеду куда-нибудь на острова на какие-нибудь. Вот у меня уже перспектива какая-то появилась небольшая. А работа какая? Основном. А вот там вот по хозяйству? На берегу стоит стоянка. Вы еще ее не видели, ну пойдете, обратите. Вот такие стоянки мы строим. Сейчас из подручных материалов пилим, делаем стол, там, туалет, кострище. На всех островах в рекреационных зонах. Ну и в хозяйствах. Ну классно. Ну так вот, можно и сюда волонтером попасть. То есть мы сами коммерцией не занимаемся, но мы обязаны содействовать развитию туризма. И поэтому вот пока строим стоянки вот эти. Вот завтра выходим на Феклистово, бухту, на север. Там вот собираемся. Рано утром по приливу, по большой воде должны уйти. Ну где-то середина 19 века, примерно, все условно. Плюс-минус там. Сейчас я вам общую карту покажу. Здесь был 42 года поселок на этом месте. А от этого получается 200 метров всего. Естественно, растащили. Свое место, где находилось оборудование, его сдвинули. Многое под мхом. Да много ходили. Ну не глубоко, буквально просто под мхом. Вот, кстати, можете стать первооткрывателями. В том году турист, то есть принято ходить по тропам. Пойдете, везде тропы, тропы. И вот люди идут все, и Виктор ходит по тропам. Один турист взял, что-то отошел в сторону, запнулся. Хоп, железо. А там огромный шкиф будет. Вот этот шкиф откопали. Я взял от собаки, спрятался за кустик. Ну что это такое под локтем? Вот по этой дороге вот идти, вот как вы сейчас. Прям 3 метра в сторону. Железо так. Откопал целая эта стрелка. То есть мы теперь рельсов много найдено, но они все по кускам. Рыба пошла поздно. Они голодные? Голодные. Голодные. И они полезли вот на метеостанцию, просто атаковали. Каждый день почти, да, заходят? И почти. Вот рыба пошла с 15 числа, все, отстали. Но если там что-то будет чем-то пахнуть, или все равно придут. Ну они хотя бы на территорию не лезут. А до этого просто... Один медведь жил тут вообще каждый день. А собачки-то у вас есть? Я смотрю, одна привязанная? Да, ну вот они гоняют медведей. Медведи в основном на них вообще не реагируют. Вот эта рама полностью выломал медведь полвторой ночи. Стоял вот вверх крыши, он вот так нагнулся, чтобы нос был ниже. Мы потом замерили 2,50 где-то. Такой огромадный медведь. Встал и в раскачку раму, раз, и вылетел, и туда залез. Так вот интересно. Один сотрудник национального парка, а один исследователь тут. Раньше был поселок, раньше было не китобойня, а завод по производству жира китового. Буквально где-то здесь, говорят, несколько сот метров. Сейчас, наверное, туда сходим. И вот он исследует все эти залежи, которые остались. Шантары, здесь все так красиво, здесь сходит солнце над Россией. Киты, касатки, рыбы, нерпы. И дуют яростные ветры, и люди по душе красивы. Вы достояние России. Спасибо вам за верность делу. В разведку с вами пойдем смело. Спасибо за допорту и доставленное удовольствие. Ну, Сергей ждет. Ну, Сергей ждет. Вот такие интересные люди здесь. Живут сотрудники заповедника и метеорологи. Такая паровая машина, которая
работал. Какие-то перерабатывающие завод. Вот так вот? Блядь, не просто так. Вот наш защитник единственный. И фальшфайер. Этот, правда, защитник человека там кусить не может.